В Махачкале санаторий «Журавли» проводит акцию «Слава врачам», направленную на бесплатную реабилитацию медицинских работников, оказавших помощь пациентам с COVID-19. Врачей, желающих отдохнуть, оказалось очень много. Об акции узнали далеко за пределами республики и даже за границей. Сюжет моей коллеги Алины Багиловой. Директор санатория «Журавли» решил организовать отдых для медицинского персонала по собственной инициативе. Такую акцию назвали «Слава врачам». Желающих помочь в этом добром деле оказалось немало. Герой сюжета – генерал-майор по национальной безопасности Николай Николаевич и его жена Вера. Свои 66 лет он взялся помогать директору санатории курировать процессом реабилитации врачей. Но после такой беды, начала коронавируса, в феврале месяце, Магомед Хабибович сказал, что есть вот такой акт, есть такая задумка действительно помочь врачам. Те врачи, которые попали сами в сложную ситуацию, которую и они лечили врачей и сами попали в это. Я решил тоже, так сказать, вместе с супругой. Она говорит, почему бы я тоже могу, говорит, помочь тем врачам, как врач-косметолог. Помогать вызвалась и его жена, которая вооружилась всеми необходимыми баночками, масками, была настроена подарить женщинам косметологический уход. Так сказать, совместить приятное с полезным. Все женщины есть женщины. В любое время, даже в войну, женщины прятали кусочек помады в какие-то в кителя в свои. Это хранили кусочек туалетного мыла ароматного. Поэтому эти женщины, которые живут в горах в основном, у нас вот первый сезон был, те, которые в маленьких поселках работали. Они, конечно, не видели ничего, им не до себя. У них дети, муж, работа, круговерть. И когда им тут предложили поухаживать за собой, они, конечно, все с огромным удовольствием. Пришли на процедуры. Поначалу инициативу Веры восприняли скептически, но, как оказалось, желающих было очень много. Приходилось принимать одновременно по 3-4 пациента. Я не знаю, я 17 лет отработала, я благодарней клиентов еще нигде не видела. Я их раскладывала на 3 кушетки сразу. Это сделала массаж, положила маску, положила на эту кушеточку. Тут сделала массаж, между массажем приходит одна женщина только на маску. И у меня вот так вот. Не всегда бывает возможность уделить себе время. Это как освободимся от повседневных забот, дома тоже точно так же. Поэтому Верочка, она у нас, как говорится, на расхват. Она дала возможность многим женщинам почувствовать себя женщиной. Благотворительная акция «Слава врачам» выходит на мировой уровень. Организаторы уже получили заявки на участие от медработников из США, Австрии, Израиля, Белоруссии и других стран. Алина Багилова, Салмаги Техмаев, телеканал ННТ Махачкала.